Audi опубликовала полный прайс-лист на Universal A6 Allroad Quattro. Продавцы уже готовы принимать заказы, хотя большая часть живых экземпляров придет не раньше 4-го квартала, за одним исключением. В июле дилеры уже получили партию машин из коллекции, посвященной 20-летнему юбилею модели. За каждый из 50 таких универсалов продавцы просили больше 5 миллионов рублей, что справедливо, учитывая чрезвычайно богатую комплектацию. А в конце года российский офис четырех колец привезет более доступные исполнения. Скажем, дизельный Allroad можно приобрести за 4 миллиона 259 тысяч рублей. С бензиновым мотором под капотом модель обойдется на 200 тысяч дороже. Кросс-универсал Audi A6 есть смысл купить хотя бы из-за пневматической подвески. В обычной жизни его дорожный просвет всего 14 сантиметров, но по команде водителя он готов приподняться над дорогой на все 18 и стоять на цыпочках на скорости до 35 км в час. Любопытно, что стандартная модель оказалась всего на 44 тысячи дешевле своего внедорожного аналога. Поэтому такой A6 станет интересным предложением для тех, кому маловат Audi Q5, а Q7 слишком дорог. В открытой базе Роспатента появился интересный документ. Концерн General Motors зарегистрировал новый товарный знак — Hummer. Документ выдан на 10 лет. Делать какие-либо выводы по поводу возможного выхода Hummer'ов на российский рынок пока рано, ведь регистрация товарного знака — стандартная процедура для защиты интеллектуальной собственности. Впрочем, нельзя исключать, что оживший бренд все-таки доберется до России, ведь родственные автомобили Chevrolet и Cadillac по-прежнему присутствуют на нашем рынке. Напомним, что Hummer'ом теперь будет называться электрический пикап, который марка GMC выпустит под своим брендом. Премьера новинки могла состояться еще весной, но из-за пандемии дебют пришлось перенести на более поздний срок. Судя по недавнему видеоролику, представить тысячесильный GMC Hummer хотят уже этой осенью. Более того, вторым героем видео стал внедорожник. Он увидит свет после пикапа.